В этом году в параде участвовали 120 семей, и многие традиционно продумали свои образы, в том числе и для колясок. В одной колонии оказались Чип и Дейл, Супермамы и даже Медузы. У семьи Могучевых богатый опыт. В параде они участвуют не в первый раз. В год театра коляску оформили в виде фургона бродячих артистов. Мне случайно мама прочитала в газете и сказала, что вот такое намечается. И вот как-то это заинтересовало, потому что я в театре до этого работала, до того, как у меня дети появились, в кукольном театре, в мастерской. Потом научилась там чему-то, и вот. Одной из самых многочисленных парадей оказалась колонна многодетных семей. К ней можно отнести и семью Кулешовых. В браке Сергея и Таисия 36 лет. За эти годы пара успела воспитать 6 детей. Младшей дочери уже исполнилось 19 лет. А старшая дочь родила недавно 3-го ребенка, а вторая дочь уже давно родила 3-го ребенка, так что они тоже многодетные. А четверо еще не замужем и не женаты. Супругов с богатым семейным опытом сегодня ждали и на торжественной церемонии во дворце бракосочетаний. Туда пригласили тех, кто провел в браке более 25 лет, а таких пар в Петрозаводске оказалось немало. У семьи Аксентьевых, например, завтра большая дата. Супруги обменялись кольцами ровно 48 лет назад. Наверное, и терпение, уважение к друг другу и уступать друг другу. Да. Нельзя, чтобы кто-то поддерживать. Постоянно. И в жизни бывает все, и надо как-то перетерпеть где-то, может быть, постараться понять, войти в положение. Всего медалями за любовь и верность наградили 14 пар. Завершился же праздник медленным танцем. Любовь живет полвека и даже дольше. Эдуард Тур, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.